Ненавижу вас! Все, мне нравится! Еда невкусная, стюардессы невоспитанные! Сядете в самолет и качаете свои права! А некоторые еще глазки строят! А глазки-то залиты давно уже! А потом по туалетам курят! Вот примерно так о вас думают стюардессы других авиакомпаний. Но мы вам искренне рады. Слушай, ты был прав. Вроде и высказалась, и вроде без скандала обошлось, да? А то. Я так нервы второй год лечу. Да? Подожди. Бараны вы, а не пассажиры! Сказали бы вам в другой авиакомпании. Но мы через 5 минут готовы предложить вам прохладительные напитки.